Сегодня в Ростове дан старт международному научно-практическому форуму «Змеевская балка. История геноцида». Главная цель мероприятия – укрепление патриотической позиции и исторической грамотности подрастающего поколения, взаимодействие между вузами регионов страны. О первом дне работы форума расскажут наши корреспонденты. Студентка Московского педуниверситета Дарья Семенова приехала из столицы, чтобы почтить память жертв фашизма. Это неимоверно значимое мероприятие, так как это не просто история страны, это история всей нашей Родины, это моя история, история семьи, и каждый должен помнить и чтить подобное. Змеевская балка – это особое место для жителей не только Донского края, но и всей страны. В историю России она вошла как самое большое массовое захоронение безвинных жертв войны. Установлены монумент – это дань памяти погибшим нашим землякам, мирным жителям. Около 27 тысяч человек, которые были расстреляны фашистскими оккупантами и их пособниками, здесь, именно в этом месте. Митинг у мемориала дал старт международному научно-практическому форуму «Змеевская балка. История геноцида». Во время форума школьники и студенты обсудят многочисленные вопросы. Они связаны с сохранением исторической памяти советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы, наш университет, являемся федеральным оператором большой программы бессрока давности. И мы хотели бы, чтобы вот та дань уважение к памяти павшим, она переходила от одного поколения к другому. Участники посетят заседание 5 тематических площадок. Они озвучат подготовленные доклады, поделятся учебно-методическими материалами и практиками патриотического воспитания. А итогом форума станет резолюция, которая, по мнению участников, поможет совершенствовать работу в этом направлении. Александр Карташов, Ангелина Буланова, Сергей Волоконский. Вести.